сразу же идет второй видосик. Старый год уходит, хорошо. Ну что же, подведем итоги приема зелья и масла тиграна. Это очень интересно. Послушаем. А их я принимаю уже год. О, можно прислушаться. У человека опыт, год. Не то, что он там флакон выпил или еще там разок. Минеральный комплекс зелья благотворно сказывается на всем организме, на всех процессах, происходящих в организме. Минеральный комплекс, как ни крути, у нас питание однобокое, то есть рафинировано, не хватает нужных минеральных веществ. От этого потихонечку, незаметно начинает наш организм страдать. А тут только раз минеральным комплексом мы загружаем, и более-менее нормально тогда все начинается. Начинается действие зелья обычно с ротовой полости. Он вытаскивает, вымывает всю грязь из десен, дупел удаленных зубов, десны розовые, как у ребенка. А я могу сам со своего опыта сказать, оно обладает вяжущим вкусом. И когда вы полощете, я вот практически ежедневно после того, как зубы почистил, я еще полощу. Вот это как раз вяжущий вкус, он действительно убивает разного рода бактерии. За счет этого высасывает еще из разного рода карманов всю эту инфекцию. Я же вам рассказывал, что вот у меня зуб там сделали, он только раз начал болеть. То есть нерв удалили, все там такое. Я думаю, ну, придется, наверное, с зубом расстаться. Нет, я беру, значит, ватный диск, окунаю в раствор зелья тиграна, прикладываю к зубу этому и держу. И вот он своими вот этими вот раз-раз-раз действует. У меня раза три возникал вот этот вот эффект, потому что инфекция есть, да? Вот. И три раза я его снимал. То раньше я пошел бы, действительно, удалил зубы, да и все. Да. А это вот зубы-то надо сохранить. И сейчас он так держится прекрасно. То есть вот действительно это начинается. Не грязь, а вот эту инфекцию и прочее, прочее. Так, идем дальше. Энергетика организма повысилась. А действительно, если у нас полноценно снабжается организм разного рода минеральными веществами, которые ему требуются, то есть которые должны быть в организме, то он будет нормально себя чувствовать. А если чего-то не достает, естественно, возникают какие-то перекосы, которые выражаются тем, что организм как-то слабеет. Тут и зелья, и масла заслуга. И масло заслуга. И это после тахикардии, которая привязалась после ковида в 2021 году, когда я лежал в стационаре 24 дня. На сердце дало, да? А вот здесь как раз вот это вот минеральный комплекс, который имеется, и в частности действие кремния, прекрасно сказалось на сосудах, прекрасно сказалось на том, что лучше передается энергетика, то есть без кремния в нашем организме особо там не идут там энергетические процессы. А это прекрасно идет передача энергии, усвоение энергии. Естественно, в первую очередь, куда она, на что она сказывается? У нас этот сердце, это тот орган, который мышечный орган, который постоянно работает, и которому нужны соответствующие в повышенном количестве все эти минеральные вещества. И, пожалуйста, тахикардии сейчас нет. Я специально сделал в ноябре этого года два теста. Надо же, два теста. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, я вот 70 лет живу, и если вспомню два теста, которых я когда-то там где-то там делал, то это хорошо. С промежутком неделя после 5 километров ходьбы по лесным дорогам сразу подъем по лестнице, лестничному маршу на 9 этаж, легкая одышка, не более. Болел еще омикроном в марте 22-го, то есть еще подцепил, да. Очень легко, я даже не почувствовал, сутки двое, все. Еще важное дополнение, что омикроном, что там определили, что это омикрон. Ну ладно, зелье и масло можно смешивать 50 на 50 и растирать область сердца при болях.
А знаете, когда растирание сердца при болях, что этот минеральный комплекс делает? Дело в том, что энергия может напрямую входить в организм через кожу. И как раз пот, вот когда мы начинаем двигаться усиленно физически, у нас выделяется испарина, а потом течет пот. Так как раз вот этот вот пот нужен для того, вот этот соленый потик, что через вот этот вот солевой раствор лучше устанавливаются вот эти, как бы сказать, контакты по съему, ну, грубо говоря, энергетики, электричества, которое имеется возле нашего организма. То есть организм мощно сосет через кожу. А тут, пожалуйста, мы смазали, растерли область сердца при болях. Боли уже указывают на то, что какой-то спазм, чего-то не хватает и так далее. То есть боли, как правило, это вот, особенно в мышцах, это, как правило, спазм. Чего там болеть в мышцах? Спазм есть. Спазм из-за того, что что-то там недостает, и она спазмировалась и не может расслабиться. А когда мы добавляем туда энергетика, когда мы добавляем туда вот этих минеральных веществ, все восполняется, только раз наступает расслабление. У меня такое бывает, но очень редко. Зелье можно настаивать на растениях, к примеру, бархатцы, одуванчик, осина. Осина — это уже будет такое мощное бактерицидное средство, даже против грибков, которое мощно. И вот важно, чтобы вы вот эти вот противопаразитарку меняли. Потому что, грубо говоря, там вот могут приспособиться там к этому самому, к полыни, как-то, допустим, микроорганизмы. А вот, допустим, только осина, она по-другому действует. Кора ивы, она по-другому. Веточки пихты, они по-другому. Кедра, сосны по-другому, что тут как раз и сказано. И вы это все комбинируете там, какие-то там другие добавляете вещи. Так что общее состояние организма я бы оценил как удовлетворительно. Конечно, мою основную проблему — опухоль — минеральный комплекс пока не решил, но работа в этом направлении ведется. Ну ничего, на эту опухоль можно делать, ну, не, я бы не сказал компресс, ну как-то там смачивать или еще там. То есть важно к любой проблеме подобрать ключик. Вот если он не подобран, не подобран, вот она и будет. Да, забыл, глаза, утренняя промывка и протирание лица ватным диском. Вот как-то так. Значит, протирание лица ватным диском, смоченным вот в этом зелье тиграна, это добавляет тургор кожи. Она становится более такая свежая, более это такая, грубо говоря, натянутая. Вот. И глаза. Глаза, у нас я уже рассказывал, что слеза — это раствор различных минеральных солей, как мы знаем, она там солененькая. И она очень хорошо подавляет всю инфекцию, которая вот уже, вот отсюда попадает к нам в глаза. В свое время я тоже смазывал глазки этим раствором. Вот. Хорошо помогает, действительно хорошо помогает. Так что вот прекрасный ответ. Итак, старый год уходит. И новогодняя песенка. Выходил на помост молодой первый тяж. Есть особый день в году, наступает темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, за мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, здоров, наступает новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом входит счастьем в каждый дом. Веселись, здоров, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает,
радость и любовь несет. Это Новый, Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал с карди, загадай свое желание и под звон курок попей. Веселись, народ, наступает Новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый, Новый год. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.